честным, неподкупным Зеленским? Panama Papers. Да. У меня есть информация, что эти офшоры работали и в 20-м, и в 21-м году. Минутку, ты сейчас говоришь очень важную вещь. Ты говоришь о том, что офшоры Коломойского где участвуют? Не Коломойского. Офшоры Зеленского. Где участвовал Коломойский? Офшоры, которым когда-то имел отношение Зеленский. Так. Но они работали. И в 20-м, и в 21-м? Да. Ну, мне люди такое рассказывают. Там... То есть это на самом деле уголовочка. Это, ребята, Гордон, молодец! Молодец, Дима! Наконец-то глубокая закладка российских спецслужб сработала. Спасибо, Дима! Продолжай уничтожать Украину. Продолжай. Молодец! Просто красавчик. Вот чтобы было все понятно про президента Украины. Это же было во время избирательной кампании, когда непрофессионал будет самолетом руководить. Смотри, ему надоело руководить самолетом. Он вышел в салон, забрал микрофон у стюардессы и анекдоты рассказывает. Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Молодцы, ребята. Молодцы. Спасибо Богдану, спасибо Гордону, спасибо Шустеру, спасибо доктору Комаровскому. Вы разрушите Украину быстро, эффективно и надежно. Молодцы! Хея, хея, шайбу!